Ребята, всем привет! На связи, как всегда, Игорь из Ультравыхлоп. Сегодня мы прокачиваем BMW пятерку. Здесь мы делаем полностью новую трассу от даунпайпа. Соответственно, тут будет убран резонатор, убрана полностью штатная система и изготовлена на аргоне полностью новая из нержавейки, из 304-й нержавеющей стали система с двумя банками под заслонки. Это значит, что две банки будут иметь два входа, один выход. На одном из входов стоит заслонка. При закрытой заслонке банка звучит практически стоково, то есть не создается никакого лишнего звука. Машина едет как в штате. С другой же стороны, если заслонка открыта перед банкой, то по принципу наименьшего сопротивления выхлопные газы двигаются через вот этот короткий прямоточный проход банки. И получается сочный, классный, крутой тюнингованный звук. Обязательно наденьте наушники, чтобы услышать его. А сейчас я вам покажу, как мы проделывали эту работу. Погнали! Трасса в сборе, собранная на аргоне. Давайте пройдемся по каждому из элементов. Собственно, тут стоят двойные насадки Акропович карбоновые. Дальше идет банка. Банка имеет два режима. Один тихий штатный, собственно, вот здесь вот. И громкий, на котором стоит заслонка. Далее две части трассы, они соединяются в Y-пайпе. И здесь мы убрали резонатор, сделав полностью прямоток. Также у машины отсутствует катализатор. Соответственно, здесь, получается, ни в коем образом не задерживаются выхлопные газы. В машине, я напомню, стейдж 2, 337 лошадиных сил. Сейчас она показала на стенде. Собственно, ничто не задерживает выхлопные газы. Они выходят, выхлопная система работает на полную катушку. И это круто. Это функционально, это по-инженерски или инженерному. Я не знаю, как сказать, пишите в комментариях. Также, если хотите так... Если хочешь также, позвони, либо напиши нам, мы с удовольствием проконсультируем и подскажем, какой вариант на твою машину будет оптимальнее. А сейчас послушайте звук, а я закругляюсь. Счастливо!